благодать. На улице прекрасная погода. Мы на реке Луга. И мы будем пробовать ловить сырть. Ну что, выбрались мы на рыбалочку. Ну, наконец-то. Наконец-то мы выбрались на рыбалку. На великую реку Луга. Луга. Ну, готовимся. Сейчас будем ловить такие тут красоты. И будем мы ловить сегодня что? Сырть. Сырть. Ладно, разбираем наши удочки. Сейчас будем закидывать. И дальше включимся, посмотрим. Ну и, собственно, привет-привет всем. Да, всем привет. Ладно, погнали. Да, времени мало. Торопимся. Мы быстренько разбираем удочки. А самое, что прикольно еще, ребят, сегодня. Юрий Николаевич приехал на рыбалку. В чем? В косовочках. Я забыл. Что с него на руках переносить вот на это место сухое? Что ты придумываешь, что на руках? А, мать Тереза. А там просто жижа вокруг. Вот так вот. Пришлось на руках носить. Ладно, Юр, погнали, да? Если бы ты носил меня, Леша, на руках, цены бы тебе не было. Но я шел сам. Сам, да? Сам шел, да, промочился. А поплавок-то зачем? Я на поплавок буду ловить. На поплавок будешь ловить, да? Да. Может, лучше донку сделаем из нее? Я такую удочку хорошую сделал, Леша. Ну ладно. Сколько? Раз, два, три, четыре, пять, шесть рыбаков, трое на лодках, остальные все ловят с берега. Ну, мы такое местечко нашли неплохое. Ну что ж, мы начали ловить, и все бы ничего, кроме нескольких «но». Мы не купили прикормку. Алексей Викторович купил какие-то поводки с крючками. На ельца, даже не на ельца, а, наверное, на кого, Леш? В общем, на какую-то очень маленькую рыбу. Крючок. Где же он тут? Сейчас покажу. Вот такой вот крючочек маленький-маленький. Совсем. И, собственно говоря, не знаю, мне кажется, на таком мы ничего не поймаем. Но мы поставили старые крючки со старыми поводками. Удочки все закинули. У нас получилось три донки и один поплавок. Поплавок, мне кажется, вообще без шансов. Течение сильное. Поплавок сносит, около берега болтается. Вот так все выглядит. Ну и Алексей, как сторожевой пес, сидит, смотрит. Наслаждается, наверное. Не знаю. Виктор, что скажешь-то? Что делаешь-то? А? Сплю. А, расскажи, спишь, да? С открытыми глазами. Спишь? Неожиданно. То есть ты спишь? Смотрю за удочками. И что, клюет? Нет. А зачем смотришь? А все дергаются, потому что кормушки. Сносим, да? Сносим, да. Да, да, да. Вот ты сидишь, смотришь, да? Да. Ну, хорошо. Не мешай главное тебе. Не упустить момент. Не мешать тебе? Я думаю, что поплавковую удочку еще взять. Вон она уже есть. А та еще там, еще одна. А зачем? Он по берегу болтается. Может, на середину закинуть? Да, снесет ее. Там как будто клюет. Вот. На какую? На оранжевый кончик. Это просто сносит течение. Ладно, собственно говоря. Сколько времени там? Ловим. Мы хотели еще покушать. Купили с собой дошираки, а воду не купили. Леша предлагает черпнуть воды из Луги и в ней заварить. Не уверен, что это хорошая идея. И неделю далеко от туалета не отходить. О! Ну это точно... Это точно снесло. Да, это снесло. Кончик дернулся сильно. Но это был снос кормушки. Ладно, ловим. Произошла поклевочка, почему-то хорошо. Сначала так вяленько, хлоп-хлоп, потом как задергает.
Сейчас Юра вытаскивает. Не подсек. Только крючка, Юра, я не вижу. А крючка нет тоже, да? Связался. Что-то классно привязал его. Вот такие, ребята, мы рыбаки. Походу, после этой рыбалки мы просто удочки сломаем, а колено и все. Как правильно, о колено или об колено, Юр? Об голову. Да. Ладно, ждем следующих поклевок. Такая красота тут. Солнышко уже греет очень хорошо. Время сейчас сколько у нас? Что-то надо чекнуть. 7:20. Ладно, ждем дальше. Решили мы уделить внимание поплавковой удочке, а там оказывается рыба. Ох ты, ничего себе. Вот он есть. Язёчек хороший такой. Так как, и сырки так есть там. Ты же болтаешь тоже. Сырки вот. Или есть? Сырки, конечно. А ты вырубишь. Кстати, на привет будешь. И крючок нормальный. Я думаю, надо сходить за поплавковой удочкой. Звонит. Где у нас сам? Привет. Садок где? Садок где? Садок где? Нету ничего. Как нету-то? Я не собирался такой ловить. Подлещик маленький. Какой подлещик, Леша, ты? Ну, маленький подлещик. Хер ли подлещик, Леша? То есть ты недоволен, да, Юр? Такой нет. Ну, крючок именно на такую рыбу, Леша, если честно. Пускай меня. Ну, пускай, конечно. Попробуй поменять его хороший на приветку. Че, Викторович, есть? Не понимаю. Да, есть. То, что это то же самое. А, это на парашу, на мелочь. Твоя же эта штучка. Катушка все вымыла. Кормушка. Ты что, мы будем документ, что ли, Леш? Надеюсь, что нет. Ну, как бы не хотелось бы, Леш. Уже не хотелось бы. Ох ты, хару вышел. Как будто что ли вышел? Не оборвать. Руками тихонько. Сейчас все, я достану. Держи камеру. Держи камеру, я достану. Хорошо. Вот это сыр, вот он сыр. Черный, да? Там есть был, кстати. Может это сыр. Да, психа здоровая, Леш. Угу. Хорошая такая. Психа здоровая вообще. Угу. Прям говорит вам, здравствуйте. Здравствуйте. Он не здесь, он будет. У Юрки что-то клюнуло опять. Юрка, короче, ловит. Я поехал домой, наверное. Что было? Ты кого-то достал? Я поймал конфету. Блин. Я тебя не поймал, Леша. Нет. Нет. Что поймал, блин? Ты кого-то не наших поймал. Да, я там крипа поймал. Обрыв чей-то. Сейчас достанешь с рыбы. Дай, пожалуйста, удочку. Сейчас достанешь с рыбы. Удочка, где удочка? Держи. Камеру подержи. Сейчас я тебя сначала пущу, чтобы ты сразу закинул и ловил дальше. Сам буду перевязываться. Стой, стой, стой. Рыба есть? Один уже плавает эта рыба. Яйца? Большая подача. Почему у тебя все клюет, а у меня не клюет? Потому что я вижу хорошие снасти. Ух ты, какая хорошенькая.
Там рыб, очень аккуратно, я понимаю, очень аккуратно. Я аккуратненько, да. Вот, это моя рыба, подожди. Вот она хорошая, это моя рыба. Смотри, я просто вытаскиваю. Какая селедка вообще просто. Угу. Обратите внимание. Что у него нос видел каким-то? Да, нос вообще, да. Смотрите, я связал, очень важно. Правильную снасть. Фидергамная резинка в этот раз на фидре. И очень тоненький поводочек. Леш, ты клюет. Тихо, тихо. Ну давай, покажи рыбу. Да бьется, бьется, Леш, ага. Я же вижу. Вон она есть, рыба-то. Хорошенькая. Лера, что такое происходит-то? Хорошенькая, Леш, что это такое, Леш? Что за рыба такая, Леш? Тихо, у меня штаны свалились. Говорит, хорошенькая. Я ловлю, вы видели, как их ловлю, да я? Леша какую-то фигню ловит. Леша, не трать пленку на ерунду. Мне пора закидывать удочку и ловить снова рыбу. Так, смотрите, ребят, я перевязал снова фидер. Там была неправильная снастка. Я сделал снова фидергамную резинку. Она будет смягчать. И сделал длинный поводочек с маленьким крючочком. Вот такая вот получилась оснастка. Я уверен, что сейчас я снова на нее буду ловить. Точнее, не снова, а буду ловить на нее. Пока Виктор ловит, Виктор еще ловит всякую фигню, я буду ловить нормальную рыбу. Заброс чемпиона. Алексей Викторович обиделся, встал в угол, стоит там. А что ты повернулся? Давай стой спиной ко мне. Как ты стоял-то? Великую. Матерый рыбак-то, да? Колокольчик за пояс зацепил, да? Как нож прям. Алексей связал суперскую снасть. Сразу просто поклевка. Ох, ничего себе загибает. Это у нас две, наверное, сразу все. А? А может и две сразу. Леха, браконьер, два крючка связал сразу. Видимо, сразу на двое клюнуло. Слушай, вытаскивает, вытаскивает прям, вытаскивает. Опять плотвичка это. На одну. Нет, Леш. Хариус. У тебя нормально попал. Все нормально, там вот это вытаскивает. Сразу же причем. Дмитрий, ну наконец-то. Ура. Я поздравляю тебя. Ура. Давай пятюню. Дай пятюню. Так, ты рисуй, давай свои первые ощущения-то. Вообще огонь. А маленькая, правда, конечно. Ну маловатая, да. Нет, крупнее была. У тебя крупнее были, да. Зато сырть. Насастик. Вот она. Красавица. Хорошенькая такая. Идет? А там что-то я с настей, видимо, насобирал чисто. Опять зацеп, сука. Нет, отошла. Рыба? Не знаю, что-то есть рыба. Водит вроде, да? Не, ничего нет. Поплавок, вы. А нет, есть рыба, есть. Леш, ты с поплавком, Леш, ну да реально. Блядь, пиздец, ну, это поплавок. Ну фига ты делаешь так, а? А как он, блядь, туда, видишь? Ты ловишь в той стороне, тебе же и говорю, Леша. Ну. Ну, не почти ее. Виктор, вторую уже поймал-то. А мне так осталось пока три. Что-то он гоняет меня. Это убили. Красавчик. Сейчас была мощная поклевка. Бил очень сильно. И даже не спасла фидергамная резинка. Поводочек очень тоненький оборвался. К сожалению, там мощная рыба ушла. Перевязываю заново поводок. Леска, конечно, очень тонкая. 0,12. Хоть и флюрокарбон, все равно рвется в руках. Предыдущие вытаскивали с рыбины, а это оторвало. Но прям хорошо билась она. Вот такая. Очередная. Так, Юрий Николаевич, поклевочка. Ого.
Не останавливаюсь, а то зацепится. А может ему зацеп какой-нибудь? Что-то не бьется. Либо порвал, наверное. Ничего, а ты подтекаешь, что ли? Нет. Юр, ты все крючки потерял? Вот так утеряем крючки. Подготовка-то не очень. Ничего себе, там плескается рыба. Прямо у берега. Пришло время перекусить, и мы готовим дошираки. Пока кипятим водичку. Что, блин, вкусненько будет? Надеюсь. Сейчас тушеночку откроем. Да, Юрчик? Я вот это погреть бы. Тушеночку. Что, друзья? Пришел голод, не завтракали, решили подкрепиться дошираком. У нас, конечно же, все с собой, плитки, вода. Сейчас пока заливаю тушенку, потом сделаю. Ух ты, ничего так по рукам-то сразу, так тепло-то пошло. Хватит, нет, водички? Только да. Ровно поставить. Не рассчитала с водичкой, конечно. Может еще подскипятить. А быстро скипятить. Че, вкусно тебе? А, да. Да судак. Какой аппетитный. Пока затишье какое-то. Ладно. Мы, конечно же, ждем. Ну что, всем приятного аппетита. Доширак мы, конечно, модернизировали. У нас была баночка тушеночки, мы ее подогрели и в доширак добавили. Теперь блюдо приобрело новые краски. Лепота. Сидим, рыбка не ловится. Кушаем. Ну ладно, сейчас будет ловиться. Сейчас поедим и все будет. Перерыв. Все, мне, к сожалению, надо уезжать. Как бы не хотелось. Но, может быть, я еще вернусь сегодня. Если позволит время. А Алексей остается рыбачить. В этот раз его вахта. Ловить большую и маленькую рыбу. Алексей, ну, желательно только большую. Да, Леш? Да. Леша кушать будет. Леша будет кушать. Хорошо. А еще лови, Леш, хорошо? Все, я погнал. Сошла. Сука. Убилась очень хорошо. Что-то хорошее было. Но я без коромыслами из-за этого. За коромысл за это все запутывается. Сейчас я его цеплю.
Попробуем ловить без него. Перевязал тоже снасть. Идет такой грузик, как кормушка. В нем трубочка, через трубку пропущена леска. Потом идет карабинчик. От карабинчика резинка фидерган. И леска с крючком. И при поклевке она свободно ходит. Сейчас попробуем половить на нее. Закинул неплохо. Ставим колокольчик. О, клюет. Достал везя, он клюнул у меня, и у него во рту еще поводок. Такой хороший. Тихо, 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 тихо. Тихо, 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 тихо. Красавчик вообще. Красавчик вот такой. Здоровый. Хорошенький такой. Везя, которого достал, у него был крючок. Видимо, он уже клевал у кого-то. Сцепился в коряшку. Вот. Вот зацеп за коряшку, за эту. Вот так вот и происходит зацеп. Вот я его достал с чем. Я думаю, что он так тяжело тащится. То есть у нас получился ясь плюс кормушка. И плюс тут, по-моему, два или три крючка в одной снасти. Хороший есть. Принес подарки. Ладно, ловим дальше. Сижу, залипаю. Рыба больше не ловится. Ловилось где-то до 9. Сейчас так какие-то вялотекущие поклевки. Но пару поклевок было. Вот, что-то тащил, не знаю даже, что такое. То есть такая очень мощная поклевка была. Тащил потом зацеп, и все, рыба ушла. Еще хотел сказать, что сырть не ловится ни на опарыша, ни на червя. Ловим только на креветку. Блин, на креветок у меня осталось тоже 3 штучки. Непонятно, будет еще ловиться сырть, не будет. 3 штучки, а у меня 3 удочки. То есть буквально один раз перенасадить. И все. Ладно, ловим дальше. Леха, я вернулся! Ура! Я обещал, я вернулся. Подержи удочку теперь. Ты слушай, не обманщик, да? Да, молодец. Тоже хочу сыр половить. Опа, она пошла, рыбёха. Как креветка появилась, сразу рыбалка пошла. Это спал, не знал, что делать. А еще Юрка привез прикормку наконец-то. На сырть. Дунаев. Убирается? Стрел вводит. Ага. Хорошая там. Ух ты как. Ты что-то потеряешься, хорошо. Теперь спокойно. Знаешь, почему сразу клюнул? Почему? Ветка свежая? Нет. Почему? Видишь? Что видишь? Что Алексей сделал. А что Алексей сделал? Ты в опасности? Чтобы креветка на дне не лежала, да, я прилепил пенопластик. Все, сразу поклевочка. Минута. Вот она, сырть. А еще, друзья, чем сырть отличается, наверное, от плотвы от других рыб? У нее нос, на носу такая бабышка. Вот ее видно. Ну, в принципе, ее с плотвой и так не... Типа, она такая темнее. Я вообще не припутал с плотвой.
Ух ты, как она. На самом деле, ну чем она еще? А, у нее, смотрите, плавники такие аж. Жабры-то. Жабры. Темные. Жабры такие темные, да. Ага, и нос такой, конечно. Нос и рот у нее, ну как бы снизу носа получается. Только губы такая, такие. Акула такая. На акулу немножко похожа. Че? Доставай это. Колокольчик. Тут я подойдет чуть-чуть. Анальный плавник большой, тоже как парус такой. И здесь тоже у него парус. Ну, чуть-чуть даже похоже на хариуса, наверное. Только как у хариуса плавник больше. Короче, рыбка интересная. А мы, Юр, не готовили же еще ни разу ее, да? Нет. А как ее готовят? Ладно, ребят, пойду кидаю в садок. А я начинаю разводить прикормку. И с помощью прикормки мы сейчас столько сырти наприманим себе. Когда-нибудь? Второй раз у меня такая история. Запустила? Угу. Без рыбы? С рыбой. С рыбой? А не, без рыбы. Сбила? Катушка уже бьется по камушку. Ничего себе. Она бьется. Вот еще сырть. Прямо за губку, нежненько. Ну что, 28-я. Чувствую, как у него здесь что-то бьется. Как сердце, знаешь? Чувствуешь? Там, может, сердце есть. У них разве есть сердце? Конечно. Наверное, как есть. Есть. А где рыба? Ни рыбы, ни поводка, никого нет. А, нет, есть крючок. А с кадров не было. От земли вообще ничего. А ты не снимешь. Ничего не вижу, ничего не вижу. Пытай. Помоги, пожалуйста, Леша, есть? Поклевки пошли одна за одной. Леша уже ворчит недовольный. Только сел крючок привязать. Очередная поклевка. Холостая, брат. Холостая? Похоже, да. А что ты холостый тащишь? Я не понимаю, дергает катушка или это. Ой, кормушка или. Съели. Так, что мы делаем, значит? Перед тем, как насадить креветочку, мы берем вот этот шарик зеленый. Мы заметили, что с ними стало поклевок в два раза больше. Одели. Смысл это шарик, он прикормочку от дна немножко поднимает, всплывает. И поэтому привлекает рыбу больше, нежели прикормка, которая просто лежит на дне. Креветочку раз. Все. Все делаем быстро, быстро, ребята. Зура не хватает. Короче, вот так целый день. Даже присесть некогда. Просто целый день без остановки. Поклевка. Тащишь, оторвал, перевязываешься. На вторую удочку поклевка. Бросаешь то, что вязал. Достаешь. Все съедено. И дальше фигачишь. Алексей опять оторвал крючок. Снова привязывает. Только-только привязал. И снова оторвал. Привязал на той, закинул. Думаю, это надо проверить. Вот проверил. Вяжем опять. Работа кипит. По-моему, на весь поводок взяла. Она у тебя на все взяла.
Только не так не делай, потащи рукой лучше. Побольше такой разберечек. А что он зацепился? Покрепнул. Давай я достану. Да. За что он? Ну вот это за все. Из-за кормушки? Да, из-за кормушки тоже. И за мной наполнить? За все. Нормально. Ну что, покупь мне. А я мелочи не ловлю, Леша. Опа-на, видишь? Самоцеп. Поэтому пошел. Я там ты взял его. Спасибо. А что ты вытаскиваешь? Опа-на. Зачем так вытаскиваешь? Ты оторвался, конечно. Оторвался, конечно. Ты так нельзя же вытаскивать? Ты думал выдержать? Ну прости. Взрослый вроде, а все в сказке. Очередная красотка. Ой, извините, у меня поклевка. Леш, ловил рыбу, Леш. А что вот? Она небольшая, да? Еще одна? Нет. Поклевка была холостая, нерабочая. Хорошая такая. Ты удочку просто поднимай на себя и все. Она, ну, не так, конечно, надо было это. До среднего. Все. Пришло время собираться. Вот и все. Половили. Как говорится, свое взяли и хватит. Чё жадничать-то, правильно? Сейчас мы соберем удочки, соберем вещи, уберем за собой мусор и приступим к самому главному. К осмотру пойманной рыбы. Сколько мы поймали штук? Подведение итога. Какой вес? Ну, вес, правда, нет. Вес мы, наверное, не сделаем. Да, Лёш, у нас же нет весов? Весов у нас нет, да. Поэтому так, на глазок. Вот. Начинаем собирать вещи. Мужик крякает, да? Приманивает что-то. Чё, пьеток я тоже отпускаю. Ископул? Thank you.
Давай, Яшка. Мне кажется, они чистятся, наверное, да? Сами. Видел, есть какой-то. На дне лежит. Помоешься. Ну, хотя посчитаем, что тут. А? Посчитаем хотя бы сколько. Да, посчитаем. Немного, много, да. Немного. Вот я, смотри, вот он. Видишь, кверху вышел? Ага. Здоровенный вообще. Да. Юра пошел прятать рыбу. Ну, давай уже дома посчитаешь. Ну хотя бы так. Причем. А это есть? Где есть-то? А? Где есть? Вот он тебе был. Туда. Это есть? Нет, рядом. А вот он, да? Вот он. Включи. Есть! Пальцы убери. Мне нравится, такой хороший. Вот он был с двумя крючками. Не знаю. А что ты пальцы рыбишь? Держать его. Есть! Ну что, мощный такой. Ой, он куснул, куснул меня. Ну конечно, куснул. Вот она, добыча-то. Алексей Викторович. Добыли. Все? Все. Добыча. Видели, да? Добыча. Ну да, так не слабо. Юрка наловил. А что, штучек 20, я думаю. Все, Леш. Пора. Подожди, подожди, погашу. Заканчивать рыбалку. Дай телефон уберу сразу, чтобы мне не потерялся. Леща. Хамарыч, ну что? Ты мне ногу отдавил вообще. А, а ты в кроссовке же, да? Блин, ты вообще с сапогом вообще. Я не чувствую, вообще. Как я наступаю, да, думаю, конечно. Камушки тут и хожу по камушкам. Так больно вообще. Ну что, друзья. Вот прошел наш чудесный день на реке Луга. Давай, не грустно. Короче, давай, повеселее. По итогу дня получилось, поймали мы килограмм, наверное, 8. Ну, по ощущениям, тут сколько у тебя? Да нормально по ощущениям-то. Килограмм 8, штучек 20 где-то. Получается... 18 сырти и 2 езя. Один, причем такой хороший есть. Причем езя, ну, там будет видно в фильме. Я поймал с двумя крючками. Давай заканчивать уже, сейчас команда сожжет. Ну все, подписывайтесь все. На наш канал. А, оставайтесь с нами. Погнали. Пальцы вверх.